возвращением, инспектор Перк. Его пытали до тех пор, пока он не потерял сознание. Половина всех жертв приходится на возвратившихся с войны солдат. Он единственный, кто может раскрыть это дело. Он снова начал убивать. Вы тоже его знали? Крайнер, Бернфельд, Рихтер. Они все мертвы. Вы что же, думаете, что Перк каким-то образом причастен к этому делу? Я ему не верю. Ты можешь вернуться к жизни, к новой жизни. Ваше расследование замыкается на нем. Хинтерланд. Город грехов.